Чикина впервые на нашем фестивале. Но ее песни давно знают и любят. Ее слышали на фестивале, ее записями обменивались обнинские любители авторской песни. И вот она наконец у нас в гостях. Ольга Чикина, город Рязань. Всем привет. Как бы я была царица, я была бы без царя. Не пошла бы за кустурицу, не пошла бы за хпыря, не пошла бы за медведя, не пошла бы за козла. И за вас бы, дядя Федя, я бы тоже не пошла. Я б страну свою любила, я б пеклась о ней весь день, я б туда, сюда ходила и блюла бы всех людей. Чтобы много не бухали на заре большого дня, у меня бы все бы пахали у меня, просыпались бы с рассветом и скорее на поля. Будь ты Паш, или Свет, или даже Джемиля, будь ты сам товарищ Троцкий, или чья-нибудь сноха, лишь один Иосиф Бродский у меня бы не пахал. Секретное слово, но оно имеет расшифровку свою. Придумали этот орден
два замечательных украинских сочинителя, Алексей Бардин и Олег Лубягин. И расшифровывается это таким образом: танцевальная авторская песня и кое-что еще. Вот. И вот сейчас как раз я вам какую-то творческую продукцию вот из пространства Твордина пытаюсь показать.